Здравствуйте. Компания Red Power предлагает вашему вниманию автомагнитолу для Toyota RAV4. В данном случае RAV4 у нас 2016 года. Комплектация максимальная со штатной системой кругового обзора. Как видите, вот здесь вот кнопочка есть, переключение режимов камеры. Вот. Магнитолка у нас Red Power 21017BV, которая ставится без воздуховодов, то есть воздуховоды у нас остаются штатные. Вот так вот она встает у нас идеально. При установке требуются небольшие доработки по именно монтажу, то есть креплению магнитолы, чтобы у нас все хорошо встало. Вот, теперь я вам покажу, как работает система кругового обзора на этой магнитоле. Для начала у нас климат также. Авто включаем, отображается климат. Пока его выключим, чтобы он нас не отвлекал. Вот, значит, когда у нас в положении паркинг, ну и, допустим, машина заведена, мы один раз нажимаем на кнопочку сверху, у нас вот включается вот такой вот режим, штатный, как вид сверху, да, то есть вот он по кругу крутит машинку в нашем помещении. Вот выставляет его в такой режим. Штатной кнопочкой можно переключить второй режим. То есть он вот так вот обкручивает его вокруг, показывает, что есть. Вот, и еще раз нажимаем, у нас этот режим выключается. Далее, Денис, нажми, пожалуйста, на тормоз. Далее включаем заднюю передачу. Вот у нас включается вот такой режим сверху. Он у нас с поворотными линиями. Если видите... Не заводим. Ну вот, в общем, вот крутится, да, вот слева-справа полосы, все появляется. Вот они. Ну ладно, это не столь важно. Дальше включается вот такой режим, чисто задняя камера. Парктроник у нас показывает в верхнем правом углу, это штатная метка. Можно еще в настройках выставить, чтобы от Red Power еще с левой стороны был индикатор с машинкой. Ну, кому нравится, кто хочет. Вот, дальше мы можем манипулировать разметкой, штатным нажатием на экране, выводить разные режимы. Так, это у нас опять режим одной камеры, режим вместе. То есть вот так вот она работает при задней. Дальше ставим в драйв. У нас также на щитке дублируется парктроник, как видите. Ну, сейчас он берет надпись. Ну ладно, а вот, вот дублирует. Теперь в режиме Drive мы нажимаем один раз на кнопку. У нас включается вот такой режим интересный. То есть здесь можно выставить авто, чтобы он включался там после набора скорости, чтобы он выключался автоматически. Так, что у нас тут еще есть? Ну, в принципе, все. Еще раз нажимаем на кнопочку. Он у нас делает вот такой вот вид сверху. Скажем так, вот парктроник. Я не знаю, тут разметка будет какая-то. Нет, тут, наверное, разметки нет. Тут чисто борта показывают лево-право. И еще раз мы уже выключаем. Входим в наш штатный режим. Обычный режим магнитолы. Значит, в этой комплектации здесь есть штатный USB внизу, который мы подключили. Он работает USB AUX. И дополнительный у нас кабелечек USB выведен в бардачок в правый. Также сверху заменен микрофончик для громкой связи. То есть за место штатного в штатное место. Визуально его не видно. Сейчас, если будет, тут видно. Вот покажу вам место. То есть вот там сейчас стоит наш микрофончик. Дальше по бортовой системе. Здесь есть, вот, допустим, топливо. Если вам видно. Сейчас вот здесь чуть убери как-то. Засвечивает стало. О, все. Вот у нас показывает это штатный бортовик, который у нас также дублируется на штатном щитке приборов. И есть еще функция настройки автомобиля, где можно что-то включить, выключить. Вот это мы сейчас... Ты поставил на паркинг, да, он автоматом включил, выключил. Вот еще раз, как работает круговой обзор. То есть можно поменять режим сверху, режим обычный,
А именно только, по-моему, в паркинге, да, у нас работает обычный режим с кнопки, чтобы он облетел всю машинку. Вот так вот, скажем так. То есть такой, вот такой вид у нас работает, я так понимаю, не в движении, а только когда машина стоит на паркинге. Но это штатная система. Toyota так вот сделала. Довольно интересно. То есть вот так вот, хоп, и сверху показывает машинку. Значит, система кругового обзора будет работать на магнитолах Red Power 21017BV, также 21017B, который идет с большим экраном, сразу со встроенными воздуховодами. Ну, в принципе, все. Про магнитолу это вам рассказывать не будем, так как уже все известно. Мы просто вам показали, как работает система кругового обзора. В принципе, все. До свидания.